Всем привет, и мы продолжаем играть в игру The Business Site. Что за пиксели на доске? Вот так я уберу немножко вниз, чтобы пикселей не видно было. Это вторая часть, вторая всего лишь. Вторая часть, я почитал, что он проходит просто сюжет где-то часов за 8, поэтому, может быть, 9 получится. Ну, примерно, ну, потому что хрен знает, как... Я не знаю, как там оценивали вообще сюжет, потому что там написано 8.54. Это странно. Ладно, погнали дальше. Чем мы там остановились? А, что-то кровище было. What is this? Where did all the А, ну blood come ладно, from? ничего страшного. A Что-то как-то shirt covered тиховато. in blood. Это я не буду читать, How do потому I что ever это я bring уже my все own делал. stuff Вот это into только еще office? прочитать. А, позволяет проводить углубленный анализ кинетической энергии, которая остается в так называемых квантовых следах. Это позволяет идентифицировать силуэт людей или других живых организмов, чье прошлое присутствует в данном фрагменте. Пространство временного континуума оставила заметное скопление волн и частиц. О. Оснащенный двумя сверхчувствительными датчиками, прибор может обнаружить как электромагнитные, так и квантовые следы. Электромагнитный датчик, благодаря специальной внутренней катушке и сверхчувствительному датчику, локатор может обнаружить металлический предмет на расстоянии 10 метров с точностью до 1 миллиметра. Вроде да. Квантовый датчик невероятно чувствительный. Датчик частиц. Благодаря инновационным технологиям он может обнаружить квантовые следы, оставленные живыми организмами. ОНЧ дисплей экран позволяет пользователю обнаруживать крупные кластеры квантовых облаков. Генератор импульсов выдает сильный импульс, который улавливает датчиками. Улавливается датчиками. Вот. Позволяет находить металлы и аномалии. Квантовый сканер позволяет стабилизировать квантовые облака и выявлять любые аномалии, которые могут вызывать помехи. Блять. Так, я ничего не понял. Возьму. Хотя зачем? Тоже возьму. Как эту херню вообще пользуются? А я этого раньше не находил. Давай с собой возьму. Jesus! Ты Man, you чё? scared the crap out of me. Okay, you can open the door. Emma? Эмма, родная, я чуть не обосрался. Открывай давай дверь. Блин, почему это паром не могу вырубить просто? Ну все, тебя заперли. Сиди здесь. А, извините. Так, кто здесь был? Так, у меня есть датчик, который можно, наверное, с помощью него сейчас будем искать этого человека. Да, именно так, походу, есть. Потому что там можно было что-то не так. Может, локатор поможет разобраться, в чем дело? Так, как там... Чё, как там нас учили? Не знаю, как нас учили. Чтобы убрать устройство X, это RT. Этот значок означает, что облако находится какое-то. Где? Если не ошибаюсь, прототип может обнаружить следы человека, который раньше был на этом месте. Сильное поле квантовых частиц, немного удачи и наука, и я могу увидеть силуэт человека из прошлого. Расстояние до облака отображается в процентах. А зеленые линии возле индикатора показывают, в каком направлении вам следует двигаться. А когда локатор обнаружит ближайшее облако, вы услышите короткий звук. Какие зеленые линии? Расстояние до облака отображается в процент. 17%. Ага. А зеленой линии возле индикатора. Куда? А. То есть, если зеленый, то в ту сторону надо идти. Это где мост был, походу. Что за херня? Почему я должен обходить его? В стороне моста. Все, понятно, как это работает. Это легко. Это элементарно. Только откуда такая технология вообще? Ну, следует за локатором. Зеленые линии у границ экрана указывают на направление цели. А числа это расстояние до ближайшего облака. Это я понял. Ну, пошли по полюсу походим. Хорошая идея. Ну, по идее, у нас ничего страшного нет, просто что-то нас кто-то закрыл. Я на месте. Теперь нужно использовать импульс, чтобы появилось облако, а затем его анализировать. Ага, где-то вот тут. Сканировать. Локатор что-то нашел. Здесь кто-то был. Похоже, он установил свою одежду, и она окровавлена. Попытаюсь найти больше следов. Плохо дело. Нужно узнать, что здесь произошло. Ну, может, медведь напал какой-то. Здесь есть медведи?
Куда? Следующее облако, что? Ну куда? Что-то процентов-то не показывает. И как вообще в процентах может показываться? Нельзя брать, да, это? Ладно. По 6% будем искать. Так, куда? Вот, вот туда. Процент появляется? И появляется. Ну и плевать. Предохранительной нет. Повсюду кровавая одежда. А в сарай, кажется, кто-то проник. Очень подозрительно. Хотя, может, из-за стресса у меня разыгралось воображение. С другой стороны, мне нужно убедиться, что мы в безопасности. О, нашел что-то. Как раз, да. Так, вот... туда. Нужно использовать импульс, чтобы квантовое облако проявилось, иначе ничего не увижу. Ага. И что здесь? Я нашел источник сигнала, но не могу постоянять показатели. Похоже, рядом сильная аномалия. Ее нужно нейтрализовать. Облака по природе нестабильны, и на точность показаний могут влиять аномалии. Такие аномалии придется уничтожить. Обычно они находятся поблизости, чтобы облегчить себе поиски. Чего? Я же приду, чтобы продолжить. Это что, веревку может взять надо? Чтобы уничтожить аномалию, выстрелите в нее электромагнитным импульсом из своего устройства. Левой кнопкой мыши. Затем отпустите, чтобы выстрелить электромагнитным импульсом. А, подсвеченные участки вокруг экрана. Я не вижу никаких аномалий. Как они выглядят вообще? Вот он аномалия. Получилось, выходит, недавно здесь кто-то был и воспользовался. Пытаться найти больше следов. Естественно. Как локатор обнаружил сигнал? Значит, поблизости еще одно квантовое облако. Что это за звук был? Пищалка, пищалка как-то было. Как это немного неудобно. Куда смотреть-то мне? Тут закрыто. Сюда что? Не, ну это ничего такого. Типа днем мы ходим спокойно. Ничего страшного в этом нет. В поле спокойно можно ходить. Просто так я дальше не пройду. Но может получится использовать абордажный крюк? Да тут, блин, я сразу хотел ее взять. Я так и подумал, что она может пригодиться. Но почему ты мне не дал это сразу сделать? Блин, как туда попасть? Тут что? Так, иди сюда. Дай сюда. Отдай. Ага. Идем, мастер, на все руки. Сейчас будем канат кидать. Что это за пищалка? Пытаюсь найти больше следов, я знаю. В курсе, в курсе. Так. Как это работает вообще? Ага. Похоже, он поднялся наверх. Блин. Хоп. Что-то не так идет все. Опа, все, нормуль. Потянули. Идеально. Что? X. Ничего не видно. Как много крови. Ведь она даже не высохла. Не знаю, что здесь случилось, но это явно произошло давно. Следы ведут за ворота. Недавно. Следы ведут за ворота. Вот так. Это произошло недавно, скорее. 74%, вот тут где-то. Ох, ё-моё. Ну тут такое себе. Судя по всему, он тащил что-то тяжелое. Макака какая-то.
Черт, ворота заперты, нужно найти его вход. Так это раз твоя собственность. Зачем ты сюда прёшь всё ещё? Это не твое место. Пара доска расшатана. Попытаюсь их отломить. А там что? Тогда. А тут ничего, я понял. Вот. Да, ты пиздец. Чтобы застрять. Да ё-моё, уйди нафиг отсюда. Не мешай. Так. Давай, ломайся. Ломай. Ох, прям в лицо себе кинул. Нормально. Равняем немножко все лицо. А здесь можно идти? Нормально. А, здесь нельзя. А, пробил, чтобы подпрыгнуть. Это я уж в курсе, я застрял только что. Так. О. Какое прикольное озеро. Только, блин, доска мешает сфоткать все это дело. О, а нет, не мешает. Уберите, пожалуйста, подсказку. Ага. Сейчас мы сделаем фото. Смотри. Хорошо, получилось без доса. Нормально. Иди сюда. Ой. Что я делаю, собственно, вообще? Куда я иду? Кровь еще не высохла. Пойду по следу. Может, кому-то нужна помощь? А, вот для чего ты идешь. Ну, в принципе, логично. Хрена себе кровище. Мне кажется, после такой кровищи он не должен был выжить, в принципе. Он сколько крови потерял бы. Блин, это не твой. Не твое это место. Это чужой сарай. Не лезь сюда. Вот нахрена приперся в чужой сарай. Черт! Заперто, намертво, заперто. Похоже, там кто-то или что-то висит. Неужели это? Бля, я чуть не обосрался. Надо посмотреть, чтобы обнаружил локатор, прежде чем двигаться дальше. А чего ты обосрался? Ерунда же. Куда ты пялишь? В смысле? Это за воротами вообще. Шо? Так, оттуда я пришел. Туда он куда-то смотрел. Тоже веревка. Что-то нет. Не открывается. Тут повсюду веревка. Поэтому толку сюда нет идти. Давай мы туда сходим. 81. Ну это в обход. В обход этих дверей. А может это его все-таки сарай? А, это с другой стороны этого озера. Да? Там лодка стоит, кстати. Вот, пожалуйста, лодка. Ага. Так. Ну сюда нет смысла идти, значит туда, куда-то. Куда? Какой-то ящик нашел. Нахрена он мне? Сюда залезь. Ну окей. Прыгни бы еще у него. Да блин, это невозможно. Это просто бесит. Давай еще раз. О, все, нормально залез. Ой. Значит, он перелез через закрытые ворота кого, у кого-то дома. Зачем? Потому что локатор показывает что-то. Ну, блядь. Опа, стоп. Где-то здесь. Ага, то что? Обнаружена аномалия. Где? Где, бля, аномалия?
Ну то что? Я не вижу аномалий. Или их надо подсветить еще? А вот, вижу. Отлично. Во, еще. Как их много. Повсюду аномалии. Все? Ну-ка, давай иди сюда. Кто он такой? Что он здесь спрятал? Погоди. Что за... Я типа отсканировал уже, что ли? Нож. Охотничий нож. Видимо, он недавно воспользовался. А потом спрятали здесь. Возьму я на всякий случай. Пора возвращаться в амбар. Может, я найду боковой вход. Чувак. На этом ноже кровь. Может, он кого-то ему убил, а ты оставляешь свои отпечатки на нем. Так что ли это работает? Ой, блин, ладно. Нужно попробовать пробраться внутрь. Какой-то он туповатый. Готово. Так, открывайся. Так, и где я в итоге? Ну, теперь в амбар почти залез. Чужой амбар. А тут есть фоторежим? Нету. Что? Ага. Опа. Отлично. Через крышу полез. Обалдеть. Так. Ну ладно, полезли так полезли. Олень. Господи, кто мог сотворить подобное? Точно не браконьер. Скорее всего, какой-то ёбаный охотник-садист. Секунду, это пиканье. Звук как будто доносит изнутри. Вот это олень подвешен на веревке. Может, я смогу забраться наверх и спустить его? Нахуя? Олень пикает. В олень что-то лежит и пикает. Ладно. Почему бы и нет, блин? Почему бомбу не взорвать здесь сейчас? С оленем вместе. Ебанутый какой-то. Так, здесь что? А, что? А, еще надо ящик где-то найти. Ящик где-то? Я не вижу ящик. А, может он на улице? Так, это тоже подпорка, да? Эть! В натуре ящик. А, это не на улице, это другой какой-то комнат. Я мог залезть на этот ящик, чтобы тянуться до лестницы и взобраться наверх. Да, да, приключения тебе не отнимать. Любишь приключения, тяга к ним у тебя гигантская. Бля. Как это неудобно. Уйди. Но зато прикольно, типа ты как в настоящей жизни тянешь какие-то ящики. А я могу просто так вот взять, тянуть и смотреть, куда иду? Могу, отлично. О, все. Пошли оленя взрывать. Блять, дурак. Какой здравомыслящий человек залезет в чужой, блин... чужой амбар. Увидеть там оленя висящего, который пикает. Давай еще внутрь залезем в нему. По-моему, во всех автобусах написано, типа, если вы найдете какую-то нетронутую сумку, что-то, то не надо трогать ее. А если это пикает, то это вообще беда.
О, что за пиздец? Действительно, я согласен с тобой. Что ты делаешь, блядь? Да. Да что такое? Как это работает? А, это прям вообще в самом конец надо нажимать. Предохранители, какая-то херня. Так, не знаю, что это такое. А, что за оборудование? Почему оно оказалось, блять? Что если за нами следят русские? Вот предохранитель. Выходит, уёбок выпотрошил оленя. Был в нашем доме и в нашем подвале. Что еще за угроза? За что я нашел сраный предохранитель? Пора вернуться в подвал и включить электричество. Не нравится мне. Судя по всему, псих, который искромсал оленя, был в нашем доме. Кто его вытащил? Но зачем? И за что прибор к нему прицепили? Хз. Я вообще хз, что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? О, дверь открыта. Кто ее открыл-то вообще? А я не мог сразу отсюда прийти? Еще было бы хорошо. Тропинки. Удобные тропинки. Помню, раньше здесь были ненормальные детишки, заигравшие с оккультизмом. Но вряд ли это они. К тому же внутри оленя я нашел новое военное оборудование. Видимо, местные решили оказаться новыми соседями и радушный прием. Оказывается, надеяться, что они не разделяют нас, как индейку на день благодарения. Не разделают нас, наверное, да? Нормалек, спускаемся. А здесь я разобьюсь? Просто что-то, мне кажется, я чуть не то делаю. А, не, нормально. Идеально. Спустились. Вон дом. Все. Вышли куда надо. Сюда бы не залез ни за что. Так, предохранитель ставить вниз. Где это моя... Как ее? Я не помню, как ее зовут. Ну и плевать. Вруби фонарик, темно же. Ага. Грёбаная лошадка стоит. Что это за желтое пятно? Найти Эму на первом этаже. Кажется, электричество заработало. Интересно. Хотя, может, все это мелочи, а я просто перечитал по. Ну, я сделал свое дело, пора возвращаться под каблуками, черт эти, сейчас ведь только третий месяц, неужели так будет продолжаться до самых родов? А, ну понятно, он типа проговорил о том, что она беременна. Что за глухой звук? Можно фонарик? Хотя, ну нахрен. Там темно как-то, то не пойду. Господи, женщина, ты хочешь, чтобы у меня сердце остановилось? Ты же нашла эту шляпу? Да ладно, успокойся. Интересно, кто тут жил? А то, Гарри, сука, Гудини. Может, он как-то не смог выбраться из этой шляпы. Слушай, а где ты ее нашла? Я недавно читал о ней. Наверху, а теперь смотри внимательно. Если из нее выскочит кролик, я хочу, чтобы мы сделали из него рагу. Та-да. Краска? Умно, решил задолбать меня магией. Ну с чего начнем? Какое-то время спустя. Мы дом типа ремонтировать теперь начали, да? Коробка наполнена. Родная, мне что, напомнить тебе указания доктора? Да ты и так постоянно это делаешь, но мне не обязательно сидеть без дела целыми днями. И все же в твоем положении... Ведь уроды. В моем положении ничего страшного, я всего лишь беременна. Вот что он тут едет? Сама крась, иди ты нафиг. Блин, посмотри, дверь закрыли, чтобы я не ушел отсюда. Не буду я ничего делать. Как эта штука открыта? Смотри-ка, я ничего не могу выкинуть. Или могу? Могу, сейчас я тебе сейчас покажу, что я думаю об этой краске.
Все, не закрывайся, погоди. Хе-хе! Дестрой. Обойдемся без ремонта, тут и так хорошо. Большой дом, много места. Да? Че стоишь? Вода нужна. Иди сходи. Это что, не таскается, что ли? Открой мне дверь, ё-моё, что меня закрыло здесь? О, вот это моё. Поняла? Ладно, давай. Походу без этого никуда. Блин, это что, хаус флиппер? Раз не позволяешь помочь, буду мучить тебя вопросами. Тебе уже звонили там чего-то? Нет. А дай нам новый номер. Родная, это ведь правительство, уж поверь. Они даже знают, что ты ел на завтрак. Бр, какая жутко. А ты когда-нибудь захотел заниматься чем-то, кроме криптоанализа? У кого есть, вступил в ЦРУ, чем, например? Никогда не думал о работе, где не пришлось бы отвечать за миллионы жизней. О работе, где шпионы и двойные агенты следили бы за каждым твоим движением, окружающим можно было бы доверять. Да не то чтобы, к тому же, тебе-то я могу доверять, верно? А, это надо вот так вот прям медленно. Ты чё там? На что смотришь? Может передвинуть этот комод? Мне кажется, за ним что-то есть. Ой, блин, ладно. Иди сюда. Сейчас я типа комод передвину. Только дверь покрась, то и это бы сделай. Налево-направо. Что ты тут нашла? Картину? Увлекательно. Господи, теперь я жалею, что налепил эту шляпу. Интересно, что это за парень? Может, если мы повесим ее в спальне, он придет к нам во сне и все расскажет? Сначала я повешу тебя. Прости, дружище, но ты отправишься в подвал. Для джентльмена из предыдущего столетия лучшее место и не придумаешь. Несколько дней спустя. То есть мы нормально там жили, да, я смотрю. Неплохо так, несколько дней там. Сейчас уже все закончится, ремонт. Я дрыхну. Ну, кстати, уже неплохо так здесь смотрится. Довольно быстро все отремонтировали, походу. Да возьмите телефон, сколько можно. Так неторопливо встал, пошел. Ну, в принципе, что торопиться, перезвонить еще. Черт, наверное, это сработает. Наверное. Где телефон-то? Ой, ё-моё, что за... Я думал, споткнусь сейчас даже. Ковер-то такой. Так где этот телефон гребаный? О, как прикольно. Эй! У меня треды. Может, на втором этаже вообще телефон? Может, вот тут? Не, здесь нет ничего. Или есть? Где-то гребаный наверху, что ли? Не, все верно, наушники одел. Все хорошо. Телефон. Трубка мира. А мне нужен телефон. Закрыт. Найдем его. Сейчас мы найдем телефон. Ничего страшного. Телефон не так страшно, как может быть остальное. Блин, куда моя-то ушла? Могла бы телефон мне подать уже. Вот я хожу, ищу его. По-моему, здесь вообще не должен быть. Так, кто курит? Что? Я сюда попал? Да перевернись ты.
Дай посмотреть, я попал или нет. Встань на дно. Сейчас я тебе поставлю. Вот так где-то, да? О! Но я там не вижу сигареты, видимо... А, нет, вот она. Блин, жаль, не попал. Был прикольно, если попал. Сюда. Да ты хрен попадешь еще так. Что это? Иди сюда. Чтоб никто не курил. А, ну то просто не взлетает. Я понял. Окей. Я принял, понял. Можно идти отсюда. Таблетки какие-то. Не знаю, что за таблетки. Потом найдет еще. Где телефон? Ну, тут звук громче. А, вот. А, это не то. То... Вот, нашел телефон, все, нормально. Хрен найдешь его. Алло, это Дэвид? Ну вот, босс, сейчас вы начнете на меня давить, а меня тут тоже кто-то бросил в пот. Че? Я не хочу наседать, но от тебя не было никаких новостей уже неделю. Поэтому я и подумал, может, его сожрали медведи или волки, надо бы позвонить. Ты сейчас застрял где-то в глуши, верно? Да, уж не то слово застрял. А, ты не один такой. Три четверти команды занимается русским дятлом. А, и в придачу к этому пропал Гарольд. Гарольд? Парень, который перехватывал телеграммы? Что произошло? Не знаю, стресс. В последнее время у него была паранойя. Ему всюду мерещился русский. Либо он съехал с катушек и совершил какую-то глупость, либо советы до него все-таки добрались. Бля, на нашей земле они могут быть повсюду. О том, что он был двойным агентом, я даже думать не хочу. А что еще хуже, Билл и Милдред закроют проект, если за следующие пару недель мы не совершим прорыв. Документы от Дженнис я взял с собой, сейчас займусь ними. Удачи, и передай привет жене, позвоню тебе через пару дней. То есть мы сюда приехали работать все-таки, а не отдыхать. Вот тебе отпуск. Шифровальная машинка стоит в кабинете, пора браться за работу. А нахер ты с собой брал? Я бы не взял. Я бы не брал за собой какие-то рабочие документы, себе еду в отпуск. Нахер оно мне сдалось. Делать не больше ничего. Где мой кабинет? Вот этот кабинет мой. Туда я просто не заходил еще. Там вроде ничего не похоже. Ладно, это не он, видимо. Может, это? Нет, это подвал, туда идти не пойду. Это тоже закрыто. Это что такое? Тоже нет. Значит, на втором этаже. А может и нет, может на первом туда. Ты, блин, заколебал ты. Тут зал, это не то. Может, он то? Хотя там закрыто было. Блин, ну ладно, сейчас проверим. Поверни, чтобы обнаружить скрытое послание. А, это он курил, бросил курить. Понятно. Ну сейчас дверь опять заново будет тыкать, но это закрыто. Хрен он знает, где работаю. Где мой кабинет? Все закрыто. В моем же доме. Задолбало. О. Это мое место? Ну, не особо похоже на самом деле, чтобы это моя комната была. О! Вот это хорошая вещь. Мы все-таки в хоррор играем, мало ли что может быть. Не падают. И где мой кабинет? А, еба. Машинка стоит в кабинете. Пора браться за работу. Где кабинет? Сказали бы, что на втором этаже, там, не знаю. Да сюда. Так, это... Он там, может быть?
натуре, вот мой кабинет. Идем биты со мной. Ты мне очень дорога, ты мне поможешь еще. Вашингтон какой-то или кто это такой-то? Еще теплый. Эмма знает, как взбодрить меня. Хватит отлынивать, нужно вернуться в кабинет. Так это как-то делать. Сначала... Так, посмотрим, что там в руководстве. Опа. Поднять крышку и вставить цилиндры. Так, ну это просто. Пожалуйста, следуйте инструкции. Откройте верхнюю крышку, используя ручку справа. Вот это? Верхняя ручка справа. Ага. Нужно взять со стола правильный цилиндрик. К счастью, не пронумерованы, да? Не забывайте, как в каждом цилиндре заведен конкретное место. Допустим. Или это неправильно, я где-то ошибся. Что, блин? Ничего не понятно. Погоди, назад. Закройся. Уйди, блин. Да сюда. Вот это читать. Далее разместить цилиндры, помеченные русскими цифрами. А, римскими. Соответствующий пазл. 2, позиция 1. Так. 2 это 1. 4 это 2. 5 это 3. И 8 это 4. Окей. Все, это разберемся. Иди сюда. Так, 2 это 1. То есть двойку нужно. Вот это. Сюда. Потом 4 это 2. Дальше 4. Да, 4 это 2. 5 это 3. А где 5-то? А вот 5. 5 это 3. И 8 это 4. Все. Итак, первый этап пройден. Теперь нужно установить шортинерни. Что там говорится? Да куда ты? Блин, как-то неудобно. Закройте крышку. В окошке слева направо установите следующую последовательность чисел. 2, 14, 6, 12, 2. Это чтобы не за... чтобы запомнить, это 2, 14, 6, 22. Все нормально. Сейчас расшифруем, все сделаем. Назад. Так, 2. Ой. 2, 14. В какую сторону? В эту сторону можно? Блин, далековато. Ага. 6. И 22. Ну, это изи было все. Проще простого. А теперь последний этап. Провода внизу. Какие в душе? Осталось только посоединить их в правильном порядке. Погоди. Так. Что там? Подключите провода к ящику в следующей последовательности. АФ. АФ. Ж. Ж. З. Р. Т. Ну еще, да? Закройте нижний ящик. Так. Что там у нас? АФ. А. Ф. Ага, Ж, З. Ж. З, 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 З-то. Вот З. Так, и Р. Что это? Что я написал? Что это? Вот это что такое? Р. Т, что ли? Да попробуй, Т. Готово. Осталось только ввести пароль. Отлично. Какой пароль? Запустить проверку, используя проверочный пароль. B.
P. F. Lab. В этот раз повнимательнее. После того этих букв вы увидите расшифрованное сообщение Фрайдельки. Если после выполнения вышеуказанных действий сообщение будет расшифровано, неверно, вам придется провести их калибровку заново. Ага. Теперь... B. P. F. L. А, и теперь опечатать буду это до конца времен. Заработал, можно приступать. Еба. Но у него уже какие-то есть команды в плане того, то что вводить надо. Как ее настроить, чтобы перевести? Похоже, сообщение зашифровано шифром Энигмы. Чтобы расшифровать его, ну как же настроить машину? Чего, мне заново, что ли? Что, блядь? Возможно, человек использовал мою таблицу кодов, чтобы зашифровать сообщение. Как понять, какую комбинацию он выбрал? Хуй узнал. Капец. Может быть... А, римская 5, 3, ST. Видимо, это должно бы помочь мне шифром. Но что же значит? И как это применимо к книгами? Так, стоп. Давайте методом исключения. V, тут, значит, потом второй 0, 3. И ST. Это, возможно, первые варианты, да? Окей, окей. Так, первый вариант какие есть у нас, на, чтобы начинались на 5. Ё-моё, 2. Давай, будем отбрасывать. Второе, 0-3 начинается, неправда. Дальше, третье. Ой, пятое. 0-3 нет, шестое нет. Восьмое нет. Четырнадцатое. Нет, вот 0-3 есть. Тут вообще 0-3 только один раз. Да, он только вообще один раз. Окей, возможно... СТ тоже нету. Давайте посмотрим, где есть 0-3 вообще. И пятерка. Ну, пятерка почти везде есть, это тупо. Вот 0-3 меньше есть. Вот тут вот 0-3 ST тут нету, да? Ну окей, давай так перебором будем херачить. 5-е 0-3, не, а это, ну тут 0-3 и 5 есть, но ST нету. А, тут тоже, это что, нет, это тоже нет, это 0-3, высоте, но пятерки нету. Так, это нет, нет, нет. Roman 5. Римская 5, 3 ST. Подсказки с листа бумаги точно связаны с машиной. Таблица сказал, может привет. Но я это и делаю, отстань. Не путай меня, уйди. Так, нет. 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 Вот это что? 5-0-3 ST. Вот она, на возможно. 17-е. Так, ты запишу-ка, давай-ка я все, что тут надо. 17. На всякий случай напишу, чтобы потом не путаться. 1-4. 7-5. Окей. Вот так вот. Дальше. 0,5. Что, 19, что ли? 19. 0,3. 10.
И что там еще какие буковки? СТ. GZ. Офигеть, блин, да? ХО. И ХО. Ну все, сейчас расшифрую. Видимо. Так, начнем, пожалуй, с вот эти вот штукенцы. И пошли вон отсюда. Вам ты тут не место. Так, что там у нас получается? Один. Один. Четыре. Четыре, 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 четыре. Вот это. Четыре. Семь. Семь это вот это. Что? Семь, говорю. Пять. Пять. Окей. Назад. Теперь здесь мы вставляем циферки. Какие? 0,5. А откуда цифры те же самые? 19. Это же новые колесики. 19. 0,3. И 10. 10. Окей. 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 Так, теперь вот это вот. СТ. С. Уйди нафиг. СТ. Так. ЖЗ. Да ладно, уже готово. И ХО. Ого. Ого, как далеко. Так, теперь нужно брать... Что там? Какой пароль-то был? БПФ. Б. Конфигурация, может быть? I should take a closer look at the table or password. В смысле не то. А что Б вот это? I think that someone used one of the configurations from the code table. Что 17 не подходит? 18, ну, пятерки нету. 19, пятерка есть, тут и нет тройки. 20-й. Да ща, погоди, не отвлекаешь, говорю. 22. Тоже. Хотя... Да, нет. 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 Тут дальше 0,3 вообще нету. У меня 17 только подходит. Я, может, где-то ошибся, что-то с СТ, ЖЗ, ФО. 1, 4, 7, 5. Что-то... Не! Ноль пять, 19, 0,3, 10. Так, какого хрена? Почему 12? Хорошо, что ничего не надо еще делать. Так, Б. Something is wrong. Configuration, maybe? I should take a closer look at the table or password. Почему, блин? Почему? Not like that. I think that someone used one of the configurations from the code table. Что за... Опять 12? В смысле? Ты что меня бесишь-то? Она сбивается, если я что-то не так написал. Ну, 5, 19, 0,3, 10. Колесики же те были. Так, ноль. Ну это какой? Это один. Все верно. Это что? Это четыре. Это же четыре. Это не шесть. Это семь. Все верно, семь. А это пять. Ну да. Пять, ноль, три. Ну таких нету вообще. Может, здесь что-то напортачу? СТ, ЖЗ. СТ.
Жезе. Хо. Тут все тоже верно. 503 СТ. Что за херня? Я что-то неправильно сделал. Ну, 17 только что подходит. Тут вот она, пятерка. Вот тройка. Вот СТ. Больше здесь такого нету. Ну, тут пятерка 0,5 нет. А где тут СТ есть? Тут и... Тут СТ-то толком нету даже. Смотри-ка, вот СТ только в 17-й появляется. Больше его вообще нету. Вот еще СТ есть. Тут тройки нету. The Roman 5 must be linked to the cylinder. Да я в курсе. Блин, заколебал. Может сразу вот это вводить? Чё там, Х? А, видимо, все верно. Я проверочное слово вводил. Типа, должен получилось бы Friday. Ну ладно. То есть я все правильно сделал. ХДТ Джей Х Верь. Или что это такое траст? Я забыл. Симене. А, аж. Сейчас бы набрал. А, ух. А. Нет, нет, погоди. А чё я набрал-то? Чё-то не так было. Сейчас давай два раза отменим. Или три. Раз, два, три. Блин, а теперь мне что, заново что ли? Ты серьезно что ли? Ты не беси меня так. Что там было? Десятка, что ли? Десятка. Блин, набрал не то. Так хорошо все шло. Я могу просто исправить. Что там? Х. Ж. Д. Т. Джей. Х. Л. С. М. Н. С. М. Аш. А, Y, где Y? Y, блин, вот Y. H. А, M. V. Z, где Z? Z, 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 где Z? Вот Z. B. F. Y. Y где? Где Y? Вот Y. D. N. Доверяй лишь себе. Звучит зловеще. Кто это написал? Нахрен ты вообще это переводил? Вот в чем вопрос. Дальше что? Проверьте комбинацию 29 и 30. Ну погнали. Это что, я так долго буду это заниматься этим? Бесполезно, сука. А ну заканчивай, кстати, что-то не заметил с этими шифрами. Давайте я вот здесь закончу. Я шифры больше не буду разгадывать в следующий раз. Нахер оно мне сдалось. Еще до чего-то пройду. Соло, без записи, я имею в виду, о чем. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Оставляем комментарии, типа, что по сюжету идет, как вам. В группе есть скриншоты, обзоры и саундтрек из игр. Да, 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 да. Такая серия получилась, где мы просто типа разгадывали загадки в основном. И оленя пикающего скидывали. Ой, блин, ладно.
Всем спасибо и всем пока.